Добрый день, дорогие подписчики, любители казахских волкодав. Здесь молодой кобелек Тарлан, сын Аю и Бикеш. Бикеш — дочка старого Джолбарса. Очень интересно получился. По цвету тигровый, но качество шерсти, костяк, форма головы, растянутый формат. Очень красиво получился. Здесь у нас в Каскелене стоит Мурза деген бауырымызда. Вот такой красавец растет. Здесь стоит еще сын Колобка из-под дочки Рады. Тоже вот такой породненький кобелек. Игривый щенок такой. Молодец. Вот такие собачки. Подрастающее поколение. Чахсит, адемо.